Буэнос диас, братва. Ядерный расист назреет ваши экраны. Это значит, что мы продолжаем ползать по мирам, и это God of War. Мать ее за ногу. Садитесь поудобнее, хоботите ништячки и делайте громче. Ох ты ж ебаный в рот, я даже не понял, куда я нажал. Что-то я не попадаю. Так, зажигание не работает, ладно. Так, серебрища целых полтора. Конечно, тут холодина, ебать мой хуй. Ага. Хуйня маневр, сейчас пустим. На жопе шерсть. Прочесть можешь? Ньорду мы подносим дар моря. Тут верили, что Ньорд усмиряет ветра и море для рыбаков. За это его любили и поклонялись ему. А, точно, я же с этой дурой на плече бегать не могу. Так, тссс. Тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип-тип. Чё ты ржёшь, блин? Пыль миров. Ой, я струя. Так, по-моему, надо кристаллом хуярить. Эта хуйня не сдвинется. Так, чё-то как это опять головоломочка, по-моему, не? Ага. Так. Ей что-то похожее на букву М. Атрей, ко мне. Так, две рунных колонны я активировал. Где третья?
А, он третья. Ага, у него должно быть третье положение, да? Есть открытие. Нычка. Ну-ка, чё спиздили? Кажется, здесь можно пройти. Так, вот теперь можно сикарашить дальше. Честно, если верить гайду, мы все еще где-то на середине. Чем-то удивлен? Без обид, брат, но даже Тор с Мьёльниром наперевес не пробился бы через этот лед. Значит, Тор слабак. Будет занятно. Сын. О, электрический волк. Ух ты ж, ёпшта ж. Ой, а тут батл. Что, блядь, кончитесь, а? Снова вы? Поднимайтесь! Может, цель сбросишь, пидор?
Сбросишь. Это было нечто. Этот бой. Ну-ка, смотри. Ну вот, только зря потратил хорошее яблоко. Как тебя не заметили? Тут нет места, где спрятаться. О, это... Это особый трюк моего народа. Хитрый способ избегать взглядов. Можешь стать невидимым? Скорее могу ненадолго выйти в мир между мирами. Твой разум не может понять, что он видит, поэтому... не видит ничего. Вот почему нам самим все это оружие, как правило, ни к чему. Да, но... на драконов это не действует. Твой брат спрашивал, не отощал ли ты? Ну, еда у тебя есть. Брок спрашивал обо мне? От него сивухой не пахло. Ты снова дал ему топор. Смотри, не усрись. Ты щегномик. Ну, пошли. Вот как Брок попал в храм сразу, как сошла вода. Он был меж мирами. Так, а теперь цыц. Такая важная работа требует полной тишины. Пожалуйста. Так, опа. Уверен, это пригодится. Правда же? А тебя чем порадовать? Может, что-то еще? Заебись.
меня есть попросить. Носите аккуратно. Так, я посмотрю, что мы можем продать. И места сразу больше стало. Ведь было что-то еще. Вот и заебца. Так что там за идея? Угадаешь? Ну, наверняка не столбом тут стоять. Верно. Но как идти дальше? Лично я считаю, что он выглядит эффектно, но для заснеженного трупа. Чё-то нихуя не понимаю. Сначала ничего не понял, а потом как понял. Куда? В этот дом? Да. Внутри найдется чем разбить лед и добраться до резца? Нет. Я еще угадаю. Джамп. Поехала. Чё-то мы там долго с гномом вошли. Ты бывал тут раньше? Да, как-то бывал тут в качестве посла. Пытался заключить мир между Асгардом и Ванахеймом. Та война унесла столько жизней. Но я не знал, что Тор уже начал охоту на великанов. Но как война богов касалась великанов? Никак, парень. В том-то и трагедия. Они не принимали участия в этом безумии. Но хуже труса Одина только кровожадный Тор. Опять что-то спиздил. А нет, вот эта стена меня смущает. Не, нихуя, слушай. Так, как говорится, ну и нахуя нам этот заброд был?
Опять головоломовка, да? Так, вниз никак. Здесь ни вниз, ни вверх, только в борт. Оп. Так, вниз, вверх. Вверх. Рома! Еще кристалл. Что теперь? И еще разок. Да уж, и правда, к чему нам таиться? Надо освободить второй ремень. Да? Зачем наверх, если то, что нужно, внизу? Думай. Ну, кончик резца скрыт толстым слоем льда, который не растопить. Верно. И взрывных кристаллов рядом нет, так что это тоже не выйдет. Верно. Остается расколоть лед. Но для этого нужно что-то непомерно огромное. А, я понял. Хорошо. В смысле, мы сейчас в ручке молота, блин? Развернуть молот, чтобы он упал в нужном месте? Никак. Мы срежем его, съедем на нем вниз, и там уже будем разбираться. То есть идея положиться на удачу? Если у тебя есть другая, то я слушаю. Че, блядь, по ручке молота лезем вверх? Мне просто интересно, что в итоге получится-то, блядь. Насколько это будет эпично выглядеть? Держись. Так. Все это плохая идея. Да мне срать, чувак. Другой у меня все равно нету. Крыса, блядь! Там чаша с песком, но достанем ли? Ты достанешь. Пойди сюда. Что там сказано? Коль времени нарушить ход, оно обратно потечет. Обратно? Как так? Эти знаки. Времена года? Да, но их порядок нарушен. Должно быть зима, весна, лето, осень. Зачем начинать с зимы? Мама пела такую песню. О, я ее знаю. Зима! Тихо, голова.
Песни мы тоже не любим. Ясно? Вар, Сумар, Хауст. Не вышло, но в маминой песне было так. Хауст, Вар, Ветур. Не-а, неправильно. Ветур, Хауст, Сумар, Ветур. Все равно нет. Сын, какой там порядок в песне? Зима, весна, лето, осень. Напиши. Ветур, Хауст, Сумар, Хауст. Обратно потечет. Что? Конечно. Загадка. Ответ задом наперед. Сын. Хауст. Сума. Вар. Ветур. Тыля сработала. Атрей, то слово. Фола, значит длиться. Попробуй. Фола. Отлично, парень. Пиши еще раз. Фола. Едем. Энергия поднимает платформу. Пиши еще. Голова. Как это может быть? Я бы сказал, магия времени. Опасная штука. Ваны, высшие боги, раньше могли останавливать время. Сам Нью-Йорк очень любил такие фокусы. Раньше? А потом? Ну, оказалось, что если остановить время, то солнце и луна тоже застынут в небе. А вот волки, которые за ними гонятся и мечтают их сожрать, не застынут. И боги решили не играть со временем. Опа, у нас гости. Я наконец-то более-менее научился комбить. Не поднимает нас.
Пиши дальше, пока пол не обрушился. Да, блядь. Неплохо. Далим далее. Так, типа у меня ограничено время. Так, есть стабилизация. Вот так замесик. Ага, вот башка молота. Молодец. Спасибо. Я сыну. Да пошутил я, старый ты ворчун. Ну вот он. Как его освободить? Толкнем. Но... Верь мне. Но это в другой раз. Спасибо всем, кто присутствовал. С вас, как обычно, Луис, пиписька и до свидания. Адьос, братва.